подошла к подружке, она говорит, ты знаешь, Мадина, новый дарман вышел. Дала один леденец. Надо его ставить под языком и насасывать. Дала, бодрила тот день, кофе тот день не пила. На следующий день говорит, кумся дали тут, то, что ты мне вчера дала. Второй леденец попросила у нее. А третий день была стыдно просить, ты ее купила. Она говорит, профессор, Адамов есть? Пойдешь в клинику, спросишь Саиду и возьмешь у нее. Пошла после работы, это в центре города, где мой гастроном. Пошла туда и говорю, а Саиду можно? Саиду нет, сидит в галстуке, ее муж, Владимир Радченко. Я подумала, я попала к профессору Адамову. Клянусь, а он по профессии инженер оказался. Вот у меня очень интересная история. Я говорю, вы знаете, меня кумсет отправила, я хотела купить вот эти сосульки. Он говорит, а что вас беспокоит? Я говорю, у меня суставы, у меня вот это, как начало. Он мне дал две упаковки, вы даже не представляете. Вот смотрите, они сейчас такие презентабельные, такие красивые, да? Вот. Да, да. Они были, знаете, в чем? Вот они сейчас 30 дрожжей в одной упаковке. Они были пластиковые, вот такие бочонки были. Бочонки пластиковые. Вот эти две бочонки он мне дал и говорит, а у вас паспорт есть? Я говорю, да. Паспорт тоже, данные мои тоже записал. И говорит, если вы об этом будете рассказывать, у вас будет 60% скидка, и вы можете зарабатывать. Это тоже я не услышала. Пошла с этими сосульками к себе в гастроном. Мужу говорю. Смотрю на них, думаю, что я сделала? Мужу говорю, вот кунсят посоветовала, взяла вот эти сосульки. Ты дурная, да? Тебе не хватает. Валом этих гастроном, не огромный гастроном, валом этих сосулек в нашем гастрономе. Ты что, короче, расстроилась, но мыла, не мыла, деньги платила. Да. Начала рассасывать. Рассасываю, мне так хорошо. Бывает леденец, который сразу помогает одним. Бывает, нужно время кому-то, да, у каждого разный организм. Мне хорошо. В первую очередь я вспомнила, у кого болели суставы. Кому? Обычно ко мне обращаются, что, да, Мадина, надо уложить, надо... Да. Я вспомнила своих родственников. Я говорю, такими глазами я рассказывала родственникам. Мадина, тебе не стыдно, тебе твоих денег не хватает, ты с ума сошла, лохотрон пошла, пирамиду пошла. Ой, смеялись. Все мои родственники, можно сказать, обсмеяли меня. Ну что делать? Халатик в кармане у меня, хожу по отделению, как страшная сестра. Хожу по отделению, захожу в один кабинет, где врач говорит, ой, голова болит, больной был, онкология, молодой, понервничала. И у себя положи под языком. Мадина, ты думаешь, твои сосульки мне помогут? Но отказывать не могли, ставили под языком. Дальше иду. Другая медсестра жалуется. Надоело одному и тому больному вверх-вниз, на месте кардиограмм, ноги болят. Я говорю, положи под языком. Эксперимент, думаю, да, это только мне уже, что ли, помогает. Мой заведующий отделение 2 метра, он вот так смеялся. Мадина говорит, вы серьезно человек этим сосульком верите? Знаете, где я всегда слушала свое сердце. Потом пошла в лабораторию. Девочка, посмотрите, может здесь наркотики есть? Может здесь анальгетик есть? Нету, Мадина, травы здесь какие-то. Понимаете, это было 12-й год, конец. Мне все время было удивительно, почему он помогает. Захожу через час, Света, головная боль прошла? Ты знаешь, прошла. Ты думаешь, это сосуд? Я и чай же пила. Вот. Ага. Захожу в другой кабинет. Ну как? Ты знаешь, легче стало. Ну ты думаешь, вот эти сосульки? Сама, понимаете? Где-то внутренний голос мне говорит.